К другим темам. 10 алматинских дворов по инициативе общественников и активистов преобразятся в ближайшем времени. Реконструкция запущенных детских площадок также пройдет в Астане и Шымкенте. Движение организовали неравнодушные граждане, а поддержали местные органы власти. Уже подсчитано, что для оснащения 50 игровых площадок потребуется около 20 миллионов тенге. Эти средства соберут при поддержке производителей детских товаров, акиматов и других благотворителей. В Алматы общественники планируют построить около 10 новых детских игровых площадок, а за ремонт старых уже принялись. В порядок приведены две дворовые территории в Алмалинском и Ваузовском районах. В реконструкции помогали и жители, в основном советами. Мы все понимаем, что именно через игру ребенок развивается, учится жить в социуме, формируется как личность. Но, к сожалению, в настоящее время многие дети находятся сегодня дома за компьютерами или, находясь на улице, находятся иногда в небезопасном положении. Наряду с Алматы проект площадки детям стартовал еще в двух городах – Астане и Шымкенте. Общественники намерены оборудовать 50 дворов и привести в порядок еще более 100, учитывая потребности детей всех возрастов. В Алматы, в частности, оборудуют 10 игровых территорий. В реализации задуманного помогают спонсоры. Акимат мегаполиса социальную идею поддержал. Я хотел бы сказать, что данное начинание общественных организаций поддержано нами, акиматом города Алматы. Я думаю, очень хорошее начинание. Теперь в целом акимат города Алматы 2005 года реализует городскую программу «Алматинские дворы». В рамках этой программы почти все алматинские дворы уже реконструированы. Но, к сожалению, некоторые дворы, которые были уже реконструированы, приходят уже негодность. В каждом районе выбрано по одному двору и выделены деньги на благоустройство этих площадок. Общественное движение займется их реконструкцией. Всего же за последние годы в рамках программы «Алматинские дворы» благоустроено свыше 3000 детских площадок. В планах ремонт еще более 200 внутридворовых территорий. Эбану Анарбаева, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».